Школа на 375 мест в селе Озерное почти достроена. Отметим, что предыдущее здание учебного заведения было построено в 1968 году и было рассчитано на 200 мест. До конца этого месяца школа будет сдана в эксплуатацию. При строительстве использовали минеральную вату. Так как здесь уровень воды выше, сделали подушку из фундамента и подняли повыше. Школа соответствует международным стандартам. В школе имеются спортзал, актовый зал, столовая, библиотека, кабинеты, лаборатории, котельная, санузел, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Все общество села довольны этой школой, рады за этой школой, потому что эта школа как современная школа со всеми требованиями, и все нормы там здесь предусмотрены, и санитарные, и пожарные, и технические требования все здесь предусмотрены. Поэтому и кабинет современный вот. Также дополнительный корпус к школе-гимназии номер 72 имени Сыдыкова в микрорайоне Джал на 225 мест построен на 98%. Ранее школьники обучались в три смены. После открытия дополнительного корпуса гимназия перейдет на двухсменный режим. Это здание, эту пристройку мы планируем перевести учащихся первых, вторых, третьих классов начальной школы. С вводом новой пристройки к основному зданию мы думаем, что дети наши не будут обучаться, как обучались до этого, в три смены, а будут располагаться в светлых, красивых, меблированных учебных кабинетах. Здесь корпус включает 9 классов, 2 лаборатории, одна для кабинета химии, один кабинет для кабинета химии и физики. Также имеется тут кабинет информатики. Отметим, что эти учебные заведения откроются к новому учебному году. Нурбек Иманов, Амана Исраилова, Сентура Быкеев, Алатау 24.